житников. Ну, довольно много брака в первые минуты. У Ершова есть возможность пробежаться. Ершов бегать умеет. Ершов, смещение в центр. Передача на партнера. Это Скопинцев. Дальше туда, направо. Ну и не терять темп атаки. Поворотом ударить. Удар не самый сильный. И плюс еще не самый точный. Сатурн отбивается. Мяч за пределами поля. Аут. Рубрика «Занимательный факт» подошла к концу. Бубенков. Ершов. Ершов хороший. И здесь он тоже проскакивает. Устремляются за ним. Напади, догони Ершова. Ершов прострел в штрафную площадь. Довольно опасно это было. Довольно неплохо. Завершающего удара не хватило. И ответная атака Сатурна, которая в итоге заканчивается тем, что аут будет команда из Раменского. 16 минут в нашем матче уже прошло. И пока ни одна из команд не владеет каким-то прям таким значимым преимуществом не по ударом, поворотом, не в принципе по владению мячом, не по опасным моментам. Быстрая атака от Григоряна, и он делает пас хороший на левый прострел. Опасно было, мог мяч и нырнуть в ворота, и набегал уже, смог стартовать, то уже ситуация могла бы быть более интересной для Факела. Но атака продолжается, и передача идет опять на все того же Кретинина. Бубенков. Поворотом ударить Бубенков умеет, и сейчас это умение демонстрирует. И опять же, исходя из того, что очень сильно ограничена заявка и очень сильно ограничены ресурсы у Алексея Медведева. И, в принципе-то, в таблице там уже особо далеко не подвинешься, но команда продолжает в атаку идти. Евлоев мяч получает в штрафной площади, сложновато бить сразу поворотом. Делает он нечто похожее на прострел-удар, и в итоге мяч напоминает игрокам Факела, которые находятся в стенке. Удар поворотом. В стенку как раз мяч попадает. Еще один выстрел. И Доровских срывает аплодисменты зрителей на стадионе «Локомотив». Так, восьмой номер. Подача в штрафную площадь. Неплохая борьба. Удар поворотом Доровских. Защитниками еще один удар. Но это было довольно опасно. Это был самый... Отмечали мы его активность в начале первого тайма, потом она куда-то пропала. Ну а вот атаки от Предиуса никуда не делись. Предиус в штрафную площадь врывается, сокращает угол обстрела. Нужно Доровских, но почему-то он не выходил до последнего момента, Вячеслав. И в итоге все закончилось даже... Потом разбежались все, но ситуация была интересная. Бубенков. Подсказывают с трибун, что подгорает Степанов. И в итоге после этого призыва он с мячом расстается. Евлоев в штрафной площади. Нет, это даже не Евлоев, это Григорян. А вот это точно Смирнов. Хороший удар от Смирнова. Неплохой. На кого в итоге надо сыграть? На вратаря, конечно. Вратарь — это всегда самый надежный вариант. Григорян получает мяч в движение. Григорян между двух прорывается. Григорян, выход 1-1. Удар поворотом. Доровских. Что творит Вячеслав? Это 35-й номер молодежки Факела. Знакомьтесь. Бубенков и Кушталов. Все те же лица, но угловой уже с другого фланга. Бубенков сам подает. И опасный удар. Очень близок был к тому, чтобы стать голевым, но... Кретинин. Скидка на партнера Ершов. Ершов здорово продолжает атаку. И снова Кретинин. Но вот обработка-то неудачная. Второй темп есть. Удар поворотом. Хорошо. Развить не сумел. Поляков в центре поля. Справа есть Неплюев. Но на Неплюева не играет. Играет центр. Ершов. Выход 1-1 практически. Ершов. Это невозможно было попасть в ворота, потому что... Юрьев. Поворотом бьет Юрьев. Довольно опасный. Доровских. Хорош Доровских. Умеет, практикует, показывает. Степанов низом. Ершов. Ершов сам побежит. Ему для ускорения вообще не важно, есть ли у него силы. Удар поворотом Ершова. Итак, подача Джамбулада. Пошла она в штрафную площадь и на подхвате, на подборе. Сатурн. И все, снова начинается, снова Абдулкадыров, и снова подача в штрафную. И вот эта подача более точная, и она голевая. 1-0, Сатурн выходит вперед. Не с первого раза, так со второго удалось Сатурну забить, и радость игроков Раменского понятна. Все-таки в концовке матча забить сопернику — это приятно, когда ты весь
матч играешь 0-0, это... Мяч в ворота команды Горького. Еще более классно. Ну вот я не совсем согласен с тем, что говорит диктор по стадиону. Мне кажется, что мяч в ворота Воронежского «Факела» забил. Вперед! Вот она передача классная. Кушталов в штрафную площадь. Это было поточнее, но все равно недостаточно для того, чтобы стало опасно. Поляков. Поворотом. Есть удар. Есть цепь вратаря «Сатурна».